Доброе утро, ребят. Ну что, мы на вчерашнем аккаунте, который мы должны были после стрима паролить, но я дождался до утра и все-таки не зря открылся на русском сервере коллекционер. И накопление, затрату, аккаунт мясной. Будем сейчас с вами выбивать недостающие герои. Не знаю, что делать. Русский сервер. Посмотрим, какой рандомчик сегодня в день коллекционера. Еще у нас куча должны быть карты и плюхи на складе. Сейчас посмотрим. Сундучки. О, отлично. Карточки. Огонь. Просто огонь. Аккаунт моего подписчика Александра. В общем, поехали. Русский Android сервер. Кто играет, смотрите внимательно и учитесь, как надо выбивать героев. Но это не точно. Так, 200 тысяч самоцветов практически задонено на аккаунт. Гильдия Красавчики. Русский Android сервер. Кидайте заявочки, вступайте. Пропуск BG Kick. Форте в 12.00. Босс 19. WhatsApp есть. Первые места битвы гильдий. Атака фортов. Действительно красавчики. Так, что у нас? Вот такой вот коллекционер. Что-то он уже тут пробовал ролить. Дьявола забрал, наверное, с бесплаточки. Мастер рун. Сумки на лисицу. Так, интересно, интересно при таком донате, что у него собрано, а чего нету. Поехали. 5 героев не хватает. Мастер рун, кровавая Мэри, дуэлянт, полярный лис Лео, бард. Кого мы ролить будем? Мастера рун. В общем, ребятушки, ролим мастера рун на 81к. Это, конечно, жестко, но ничего не поделаешь. Надо мастер рун, значит, надо мастер рун. По плюхам пооткрываем потом, посмотрим, что и как. Ну, блин, у него все донатные герои остались только собрать. Единственное, мастер рун, кровавая Мэри, дуэлянт, полярный лис, божество, разруха, донатный, бар донатный, все остальные у него есть. Вот так вот. Так, ну что, поехали. Еще я чекну трату. Так, ну трата, как обычно. Трата, как обычно. Поехали, будем пробовать вытащить эту импу на русском сервере. Один герой нужен. Все остальные донатные, кстати. Сейчас глянем, чекнем. Тыковка. Леди Лео. Королева Гарпий. Что я могу сказать про коллекционера на русском? Ледяной Феникс. Нормально падает с утра. Я могу сказать, сердцеедка. Паладин. Бугимен. Нифига себе. Огонь. Еще один Бугимен. Не, ну это, конечно, серьезная заявка. Седна. Укротитель. Смотрите, как в день коллекционера падает. Офигенно. Асурик. Ну, блин, одного героя вытащить, я не знаю. Хладный призрак. Ничего себе. Давайте до Леги. И как обычно, мы сейчас солем не Дед Мороз. Думал, много самоцветов. До Леги, до Леги, до Леги. И что я хотел посмотреть, я уже забыл. Вылетело. Поехали дальше. Поехали дальше. Конечно, на таких аккаунтах, когда у вас один герой остается... А, я вспомнил. Я вспомнил. Сори, ребята, но вчера был эпический стрим по... Наверное, самый длинный стрим по Brawl Stars. Так, я хотел чекнуть, что у него по осколкам делается. 122 божество, 193 лис. Блин, ну если этот выпадет, то, конечно, будет шанс собрать лисицу. Бард меньше. Мэри 0, дуэлянт 0. Так вот, странно. Ну, наверное, умеренно донатил и не насобирал. Так, заклинательница. Смертушка.
Малыш Ник. Профессор Рибет. Рандомчик, ну давай. Призрачная РТ-шка. Не, ну это бан. Такой дроп, это укротитель, призрачный всадник. Блин, я вот не знаю. На всех аккаунтах землеройка, нормально, рыцарь пойдет. Еще один рыцарь, еще и фараон, да, капитан Дрейк. Не, ну это пойдет. Мишаня, здравствуй, леди Лео. Дракос. При таких вот дропах понимаешь, что вообще ролить бессмысленно. Вот ребята многие ролят. Я уже говорил, что да, это азарт, это интерес, слить самоцветы. Но когда у вас 1-2 героя, лучше все-таки это потратить на более нужные вещи, такие как созвездия там и прочее. Поехали дальше. Малышник, Булька, Тесочка. Блин, один герой надо всего лишь. Королева Гарпий. Жестко. Это жестко. Что у нас по коллекционеру? 15-15 собрали. За 50к мы собрали фактически все. Но, блин, надо мастеру. Тогда будет возможность еще хоть какая-то собрать лисицу. Так, трать с выгодой. Открыть сундук. Маленькая помощь. Кстати, он ее забрал. Думаю, забрал вчера. Вот оно. Вот оно, ребятушки. Вот какая была маленькая помощь. 500, 500 и 1000. И пятые сундуки. И то, что дали нам... Я не знаю, как это назвать. Вот скажите, вот что вы думаете по этому поводу? Они заменили там, я не знаю, буквально полчаса прошло, и ребята начали писать, что изменили подарки. То есть они могут менять это все. Я не думаю, что это делал Тайвань. Я вообще не понимаю, нафига делать это было. Вот посмотрите на вот эти вот плюхи. И на то, что у меня было в утреннем видосе. Вот как они реально киданули на плюхи. Но это просто жесть. Это просто пипец. Вот из-за этого реально бомбит РТ-шка, что они такое делают. То есть одни, кто успел, забрали их, получается, другим дали вот это вот день, который я показал у меня с утра. Все-таки это было именно так. Вот так вот, ребятушки. А теперь пишите, что вы думаете о русском сервере. О обмене, которого у нас нету, о фонтане, которого у нас нету, а на всех серваках можно получить огника, это не только огника, осколки. Такс, поехали, пооткрываем плюхи. О май гад, сколько у него тут всего есть. Смотрите, сколько карточек. Сколько всего. Ну, я не знаю. Вот, я просто русский сервер, не понимаю. Офигище еще карт вытащили. Вот самая прибыльная тема — это сундуки. Вот с этих сундуков реально можно обалденно прокачать аккаунты. Особенно пятые и шестые — это самые востребованные, потому что без них вы не вкачаете дофига 30-х прорывов. Нифига себе, сколько исцелений падает. О май гад. Посмотрите, что делается. Теперь он будет исцелительный магнат. Еще и карты. Круто. По четвертые сундуки тут у нас расходники. Для прокачки смотров тоже кайфовая тема. Но, блин, вот это вот отношение, что вот просто тупо поменяли плюхи, а вот реально 500, 500 и 1000 камней, это, блин, это бомба. Этому, наверное, все обрадовались и поставили бы лайк. А так, за это, а так, вот это надо за такое бомбить и говорить, как так, что нам меняют плюхи и об этом просто тупо молчат. Какого фига, вот вопрос, вот это вот все сделали. Я не знаю, пишите в комментах, что вы думаете по этому поводу, но ребята написали, что поменяли. Может, там каждому разные плюхи, может, кому-то такие плюхи приходят. Но если это маленькая помощь, то она должна быть для всех одинаковая, я считаю. Не кому-то, блин, бомбические плюхи, а кому-то, сами вы знаете, что. И после этого, как можно просто тупо не бомбить, и чтобы не подгорало вот, от такой разницы в плюхах. Тан-тан-тан-тан-тан. Вообще бомба. Смотрите, сколько мы разных расходников достали. О, нифига себе, где-то он нашел эти раритетные
Сундучки, наверное, не открывал их. Лабиринта. Давайте посмотрим. Словим. Нифига себе, три штуки упало. Не, это бомба. Надо лабиринт срочно фармить. А чё? Он свои силы не фармит. Мэри? Странно очень. Очень странно. Хотя, что странного, чему удивляться. Так, отлично. Смотрите, сколько у нас расходничков. Карточки. Карточки мы оставим на последок, наконец. Я не знаю, как это еще называть. Поехали выбивать арташка опять. Душек. Королева Оз. Малышник. Ну, я не знаю. Ребята, не давайте мне на роллинг, когда у вас один герой. Это реально круто, если он космохранитель. Если он выпадает, ну... оккультист. Если шанс такой хреновый после обновления, и плюс этот герой условно недорого будет. Фу. Просто бомба. Бомба просто. Ну вот так вот. 8 погрома и шаман. Наглядное пособие, как мы слили 80к, и в итоге не выбили мы этого героя. Да и бессмысленно его выбивать, вот реально. На твоем аккаунте вот не надо этого делать. У тебя уже и так все герои практически есть. Донатных героев ты дособираешь. Ну, я надеюсь, если ты не забросишь игру. Поехали посмотрим, что по сборкам у него. Нормас. Зачем там изворот, не знаю. Блять. Все, без комментариев. Так. Баст. Не, ну сборки, конечно, надо менять. Надо менять таланты, и причем срочно, потому что по талантам у тебя, я понял, беда. Старенькие таланты. Либо ты их не менял. Не, ну это изворот. Это однозначно надо все менять ложной. По талантам беда. Просто беда. Ты случайно лысым не давал аккаунт? Такое чувство, что на аккаунте был именно какой-то с ролебагом головного мозга. Потому что это огонь, жесть. Жестко. Надо с талантами разгребаться на этом аккаунте. Просто пипец. Не, ну нафиг, я не могу на это смотреть. Поехали, пооткрываем плюхи. Так, Валька. Стрелок, это неплохо. Ворожей, Анубис, Фрэнк. Интересно с третьих посмотреть, какой шанс на Фрей. Фрея с десятки упала нам. Так, еще одна Фрея. 40 карт, по сути, две Фреи. То есть шанс довольно-таки неплохой. Так, это обычные. Ну, обычные карты я открывать не буду. Остальные плюхи ставим. В общем, такой вот аккаунт. С талантами, конечно, Санек, надо разобраться, потому что это боль. Это реально боль. Посмотри либо видосы, либо напиши мне, я тебе скину свой алтарь, посмотришь. Надо будет вообще записать актуальность талантов на сегодня, чтобы люди знали. В общем, вот так вот. Пишите комменты, что вы думаете. Всем удачи. Всем пока.